Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе. И сегодня в нашей программе вы увидите еще один мод на КДСС соседа, который мне прислал Алексей Гольцман. А то он надорвется, это экстренный выпуск, а то он мне надорвется просто писать в комментариях: сними быстрее, так хочу увидеть. И вот я снимаю экстренно. Короче говоря, что это за мод такой интересный? Он называется Among Us или Among Us. Я слышал про эту игру, но не играл ни разу в нее, честно говоря. Очень популярная в наше время игра. И, короче говоря, автор этот решил совместить эту игру вместе с игрой «Как достать соседа». И давайте посмотрим, что же из этого получилось. Так, нажимаем «Начать игру» и смотрим. Ну, менюшка такая наркоманская, как вы видите. Короче говоря, здесь, я насколько понял, перевод от оригинальных разработчиков Джо Вуд. Корявый немного перевод. Давайте посмотрим. О, вот какая картинка тут. Посмотрим, какие. Что тут у нас. Не, отсылок нету, я думаю, что отсылки какие-то будут. Ну ладно. Пофигу, в принципе. Здесь мы видим картинки из игры Among Us. Сразу извиняюсь, если неправильно произношу. А где музыка? Музыка-то где? Идти к цель. Ну это... Это и разработчики Джо Вуд так перевели на русский язык. Посмотрим, что тут еще есть. Ссылку на скачивание мода я оставлю в описании. О, смотрите-ка, отсылки есть на Эндрю Сэма только. Эндрю Сэм, хороший видеоблогер. Снимает моды на КДСС. Вот знаете, о чем бы я бы хотел поговорить? Не хочу обижать Эндрю Сэма и его подписчиков, но немножечко критики. Вот лично я считаю, что вот у меня оформление модов, там превью, название видео с модами на КДСС соседа лучше, чем у него. Лучше, чем у него. А сейчас скажу почему. У него там... блин, какой курсор офигенный, конечно. У него там, короче... На превьюшках сам Эндрю Сэм изображен. Ну и название иногда бывает чуть-чуть написано, кратко, что это за мод. Ничего себе тут, чувак, чудик этот из Among Us вместо соседа. Хотя тут сам по себе сосед. Но иногда бывают такие вот видео. Я запутался в модах, три мода в одном и так далее. Блин, даже не вмещается 100%, как видите. Это не автор сделал, это так Джо Вуд перевели. Там у него что-то там проблемы, я не понял. Вы член экипажа, вы предатель, прикольно. Давайте вот сейчас. А ладно, не надо. Короче, некоторые на многих видео непонятно, про какой мод речь пойдет. Там максимально мисс конем. Что такое мисс конем, я не знаю. Я... Извините, но вот... Мне кажется, у меня лучше. Я всегда стараюсь где-то или в названии видео, или даже на превью аккуратно писать название мода. Что это за мод? А у него нет такого, к сожалению. И... Не всегда можно понять, про какой мод речь идет. Извините, если обидел Эндрю Сэм или кого-то из его подписчиков, но... Но это мое мнение, оно может быть предвзято. Я думаю, но я на самом деле думаю, что многие согласятся, потому что людям действительно хочется узнать, про какой мод речь пойдет. В некоторых видео можно понять, конечно, с превью или с названием, про какой мод речь пойдет. Можно, конечно, узнать. Понять. Посмотрим. Ну тут пакости, я так понимаю, не изменились. Но мы на всякий случай все равно посмотрим.
Да, тут вид как этот в файлах игры дом выглядит. Но добавилась какая-то фигня вот здесь. Это типа звезды? Ночь что ли? Господи, что тебе? Ладно, давайте сразу подушку положим сюда. Софа, блядь. Какая софа, господи, какой перевод у Джо Вуда? Убогий. Вот Бука и Русабит М. Они уже, уже хороший перевод сделали. GFI тоже, кстати, переводила игру у них. У GFI перевод тоже убогий. А вот у Буки и у Русабит М перевод хороший. Но лучше всего у Буки, я считаю. И он самый популярный. Потому что у Русабита там свое уже напридумано. Например, Вуди там... Главного героя зовут не Вуди, а Вовчик. Какой Вовчик, господи? В переводе от GFI его там звали Вадя вообще. Вадя, блин. Так зовут главного героя третьей части. В черную дыру бинокль летит, получается. Прикольно. Ну давайте пройдем несколько уровней, чтобы посмотреть, что там во втором сезоне изменилось. Какое там окружение, да? О, вот хоть тут что-то изменилось, но... Впрочем-то это и... Впрочем, пройти такой уровень будет довольно сложно, потому что предметы не видно вообще. Какой экранчик красивый, не так ли? Где туалет? Так, где туалет? Вот здесь туалет. Это ж так невыносимо играть. Где аптечка? А, вот она. Здесь интерфейс. Карта, видимо, обозначена. Так, мыло. А, мыла нету на этом уровне. Так, холодильник у нас где? Здесь. Да, вот вслепую так играть на самом деле интересно немного, но все-таки... Все-таки. Так, пиво где у нас пиво? Вслепую играем, прикольно вообще. Ну, несмотря на вот эти вот минусы, что я вот рассказывал, Эндрю Сэм очень хорошо снимает, мне нравится. Он очень... Подписчиков у него меньше, чем у меня, но просмотров больше. Немножко, на удивление. Снимает он очень хорошо. Мне нравится, мне понравилось. Я посмотрю. Он уже много модов снял от подписчиков и продолжает это делать. Выпусков очень много уже. Гораздо больше, чем у меня. Вот и все, мы вслепую. А, нет, смотрите-ка. Лицо вот это вот в скафандре чувака. Я не знаю, как их зовут. Серьезно, я не знаю, что. Я эту игру плохо знаю. Просто так, просто сосед, а когда уже злится сосед, то тогда лицо вот туда появляется. Надо пройти еще один уровень, чтобы второй сезон разблокировать.
О, а тут вообще не изменилось ничего. А давайте другой уровень посмотрим. Сюрприз ко дню рождения изменился? Нет. Давайте другое посмотрим. Ну, на всякий случай посмотрим, вдруг что-нибудь поменялось. Хотя что-то сомневаюсь. А, нет, смотри-ка, поменялось. Ну ладно, давайте этот уровень пройдем, почему бы нет. Вслепую. Здесь, я насколько помню, сумка есть. Где, блин? А, вот. Мыльная рыбка? Какая еще мыльная рыбка? Че за хрень? Забавно, сосед ходит по карте. Among Us, блин. Это что такое? Кран, что ли, какой-то? Пружина какая-то тут. Так, вот телефон здесь лежит. Трубка. Хоть бы телефонная трубка написали. Одно слово три раза сказал. Так, надо будет сразу же найти мяч, где он будет находиться. Просто могу не успеть сделать это. Разработчики Google переводчиком, судя по всему, пользовались. А, не, придется его искать, он видел. Так, поищем портрет. Вот. Цветок нашли, и надо теперь найти шкаф. Мы его тоже нашли. Интерфейс вот здесь сверху. Ну, наверное, из-за камеры вы его не увидите. Так, ну посмотрим, в банном дне изменилось что-нибудь или нет. Время приема ванны называется уровень. Не, нифига тут не изменилось. Ты правда хочешь закончить текущий эпизод? Ты правда хочешь... Да, конечно. Посмотрим, что во втором сезоне изменилось что-нибудь или нет. Давайте посмотрим. Ну а вдруг? Конечно нет! Посмотрим, что здесь. На всякий случай. Конечно нет! Ну, конечно, нет.
принципе, я уже и считаю, как... В принципе, я и считаю уже, какая нам разница, что там изменилось на этом уровне. А я и говорю, какая нам разница, что тут изменилось. Да тут ничего не изменилось. Ух, капец. Ну, на третьем сезоне я абсолютно уверен тоже, что ничего не поменял. Короче говоря, вот такой вот мод, я не знаю зачем, но ссылку оставлю в описании на него. Все-таки автор просил, я это сделаю. Сегодня мы, собственно говоря, с вами узнали, что будет, если совместить игру Among Us вместе с «Как достать соседа». Что ж, узнали. Ну что ж, на этом все. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на игру «Как достать соседа» и хотите их показать, любые наркоманские, хорошие, плохие, идеальные, любые, присылайте, я абсолютно не против, я обязательно сниму ваш мод, если вы хотите. Дерзайте. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, конечно же, и всем пока.